Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Ради такой известной персоны, как Ханака, всех ищеек поднимут на уши. Я понимаю. Вы же понимаете, по нашим следам идет вся армия Арасаки. Это правда. Не будем терять времени. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханока-сама, Карига Арейно Джимбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Я понимаю, в эту историю трудно поверить сразу. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У меня есть к вам предложение. У тебя? Ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Но теперь она меня убивает. Один из ваших конструктов, Энграм, переписывает мое сознание. Мне нужно это прекратить, пока не поздно. Я знаю, вы можете с этим помочь. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди, проверь. У меня очень плохое предчувствие. Сука! На землю, сука, не двигаться! Шанс ебаться. Так и Мура. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Смотри в оба, а не в коридоре. Я еще наступлю тебе на ногу.
Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да ладно. Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Да. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда ты Кимура похитил Ханака. Ага. Вот что бывает, если встать на пути корпорации.
Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в выгребную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Так а если это Гуру? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Ты же видел его. Он был хорошим бойцом даже без имплантов. Он справится. В Найт-Сити не важно, какой ты боец. Если ты один, тебе пизда. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Я же знаю, что ты там. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блять! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да, мотелю это последней звезды стоило. Ну так... Что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Что случилось с Гуру? Мы разделились, когда убегали. Так Имура в безопасном месте. Пожалуй, это все, что тебе сейчас следует знать. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Так Имура сказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Мне жаль. Наверное, вам было тяжело с этим смириться. Так тяжело, что я не могла взглянуть правде в глаза. И что теперь? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Будете мне условия ставить? По-моему, вы сейчас не в том положении. А что, если тебе все же придется сотрудничать? Для этого придется послать толпу кукол. Вы говорите через эту, потому что вы одна. И вам не к кому обратиться. Это правда. Каковы твои условия? Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. О конструктах я знаю только, что один из них меня убивает. При этом я совершенно без понятия, как он попал на чип и как его можно удалить. Вариантов нет. Здесь справится только душегуб. Вернее, его новая, более мощная версия. Тебе надо ее найти. Мне? Он уже у Арасаки. Видишь ли, мой брат не подпускает к нему даже своих ближайших помощников. Я ничего не смогу сделать.
Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Я отправлю тебе свой личный номер. Позвони, когда соберешь больше сведений о душегубе, но не раньше и только в этом случае. И запомни, с этого момента и мне, и тебе следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ты смотри-ка, это кот... Блять! Что за... А! Блять! Чип? Ну не третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Знаешь, иногда ты бываешь просто очарователен. Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Ха, ты прав. Мы оба друг друга стоим. Даже не сравнивай нас. О том, что я сделал в Арасака Тауэр, я не жалею. Другие, может, в это и поверят, но, по-моему, ты пиздишь. Тебе откуда знать? Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити, а теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит.
просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Они могут изменить твою личность. Ты станешь кем-то другим и даже не догадаешься об этом. Да, это хуже всего. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Идем. У нас много дел. Идем.